сейчас при костре. А ночью здесь, в Буде. Работаю. Работаю. На валу. Собираю бумажку, тару. Сдаю. Государство. Да, назову. Приезжает сюда за ней? Да. Да. Хватает на жизнь? Хватает, конечно. Если побегаешь, конечно, хватит. Ну, да, если так, то... А если будешь сидеть возле костра, туда ничего не заработаешь. А так нормально. Ну, тут примерно я только еще по зимам мало бичу. А так, в основном, квартиры жил. Только сюда проезжал. А летом, вообще, сейчас по проезду районе, летом тут с посадом, ну, с братом в деревне. Повторяю, куда уже меня на работу устраивать, 50 лет я. Я у вас свой дальше. Я уже привык тут за 15 лет. А вы сколько лет здесь? А лет, наверное, 16. И сколько вам сейчас лет? 63. Ну, раньше у вас же был дом, работа, наверняка родственники. Но это далеко. Больше. Сколько вас живет таких, как вы, здесь? А я не знаю. Десять человек? Да, наверное, так. Летом больше? Ну, летом приезжают. Ну, остаются. Остаются переносила тут. Домой лень ехать. Ну, сейчас такие проезды дорогие. Особенно он с Чижовки откуда-то. Это же добраться до сюда. Ну, сейчас, правда, городские все уезжают. Последние 3 года зимы суровые. Все выживали зимой? Да. Мерзлецов нет. Никто не замерзает. Вам как-нибудь государство помогает? А вот как-то прошлые годы приезжали с это самое, как его, с церкви. По субботам провозили это самое. Ну, покушать, как это, подеться. А так тут государство больше помогает. Но в мире существуют организации помощи бездомным. Только не у нас, наверное. Если что случится, врачебная помощь нужна. Как решаете это? Вон на проходную скорую вызываешь, и все. Скорая проезжает моментом. Заберут все там, вылечат и назад иди до работы. Чего вам здесь не достает больше всего? По-моему, все хватает. Только вот не сиди. Вот сейчас поднимемся и работай. К вечеру заработал, все. Получи зарплату, сходи на магазин, купи, что надо. Кровать, одеяло по 3 штуки. Тепло, хорошо. Это я полезу в валенки. Ну как вот, 3 одеяла. Под низом это самое. Матрас. Цепя. Ну, печка. Помощь. Вот нашел дровы. Божечки. Что он светит в глаза прямо. Ну, сейчас сильно холодно, а так нормально было. Я еле хожу, я ходить не могу. Инфаркт головного мозга был. Ноги отказали. Инфаркт головного мозга. Левой стороны. Ноги отказали. На улицу выкинули и все. Лет 7, наверное, уже. Ну а что делать? Дом престарелых, в интернат. Так вас туда взяли и отправили. А что, вы меня туда отвезете, что ли? Вряд ли кто поможет. А где ваши родственники, дети? Нету никого уже.
А сами вы откуда, из Минска? Да. Я бы давно померла.